Всем привет! Сегодня у меня Xperia M, модель T, не T, а C1905. Вот экран у нас вроде бы целый. Тач разбитый. Сейчас мы с вами его заменим. Так вот выглядит тач. Разъем посередине проклеенный, полностью проклеенный сзади, спереди. Итак, давайте отключим телефон. Еле-еле видно через сквозь разбитый тачскрин. Серьезно упал телефончик. Разбираем заднюю панель, снимаем батарею. Неплохой смартфон, 1 гигабайт памяти RAM у него, процессор гигагерц, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, все имеет, работает на андроиде, камера, по-моему, 5-мегапиксельная у него, эти все болтики одинаковые, за исключением вот этого с крестообразной головкой, вот такой вот мелкий. Снимаем панель, она у нас тут на защелках. Довольно тонкая задняя панелька. Так, сняли. Смотрим, где у нас разъем сверху. Это необходимо, значит, соединить плату. Я уже вижу пазы, вот они. Освобождаем плату. Выводим ее за пазы. У нас коаксиальный кабель, аккуратно отстегнем его, смотрим, что у нас там. У нас там разъем дисплейного модуля получается, потому что тачскрин присоединяется к шлейфу дисплея. Вот основной шлейф. Вот так. Снимаем защитный пластик. Отстегиваем разъем тачскрина. Соединяем. Так, ну так мы с вами проверить не сможем, поэтому нам нужно будет снять тачскрин. Включаем фен, я ставлю 300 градусов.
подогрели. Снимаем. Очень удобно снимать вот таким вот шпателем стоматологическим. Старайтесь не оставлять следов на экране. Не шпателем, не пальцами. Греем сверху. Сейчас. Снимаем. Удаляем стекла битые. Очень часто втыкаются в пальцы. Постоянно удаляйте их. Очень мелкие, как стекловато. Удалим старый скотч. По бокам, сзади, сверху, точнее, снизу, полностью по периметру. Можете снять экран, чтобы было легче. Чтобы не поцарапать его. Решетка верхнего динамика тоже хотел отклеить. Итак, пластик пока нижний я не снимаю, вот. Просто вставлю тачскрин, проверю его, если все работает, только потом снимем пластик, потому что в том случае, если тачскрин новый не работает, вот, нам нужно будет его вернуть обратно. Обратно его принимают только в том виде, в каком он поступил к нам. То есть полностью запечатанный. Без воздуха, без пыли. Поэтому я пока ничего не отстегиваю. Соединяю тач. Ставлю пластик термозащитный, чтобы ничего не замкнуло. Ставлю плату. Сначала пристегнем вот этот основной шлейф нижнего модуля. Далее по ходу шлейф дисплейного модуля, разъем точнее. Присоединили. Кабель можно не подключать пока. Ставим плату. Подсоединяем батарею. Удерживаем ее таким образом, чтобы она не выпала. Включаем телефон. Проверяем тачскрин. Телефон загружается.
Qualcomm Snapdragon стоит процессор. Этот процессор стоит на очень многих брендах, и на Samsung, на Nokia, на HTC включился. Проверяем тач, нажимаем на звонок, проверяем кнопочки все, все работает, низ, вверх. Можно смело менять, друзья, отключаем телефон по-нормальному. Включился телефон, снимаем материнку и уже, как положено, устанавливаем тачскрин. Снимаем все разъемы. Разъем тачскрина, пластик. Давайте соединим его отсюда. Проклеено. Хотел посоветовать, что мы его проклеили. Сняли разъем. Давайте, наверное, я не буду его вытаскивать, потому что там более узкая, довольно узкая щель. Драйвер впритык пролазит. Снимаю пластик с этой стороны. Сняли пластик. Удаляем пыль. Я следы оставил. Удаляю следы обычной бумажной салфеткой. Очень хорошо удаляет. Не надо ничем таким серьезным смазывать. Так, устанавливаем. Снова вставляем. Пристегнули пластик сверху, все то же самое. Итак, присоединяю нижний модуль, кабель, защелкнем его вот так вот. Дисплейный модуль. Все, ничего не забыли. Теперь устанавливаем материнку в свои пазы. Вот один, вот второй. Вот еще один внизу. Таким вот образом застегнули. Ставим панельку. Сверху пристегиваем и далее вниз по периметру ставим батарею. Еще раз включаем телефон, загружается, закручиваем болты. Не забудьте вот этот болтик с крестообразной шляпкой, у нас был вот здесь. Все остальные одинаковые, идут по периметру. Ну вот, за исключением этого, который постоянно стоит на последних эсперях, он практически везде стоит. Болтик. Два в одном. Также служит для того, чтобы прицепили к телефону какую-нибудь веревочку, там, игрушку или еще что-нибудь.
Мы закрутили болты, скрепили. Итак, друзья, это была у нас Xperia M. Меняли тачскрин. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Будем отвечать по мере возможности. Всем спасибо за внимание. И всем удачного дня. До свидания.